Между тем, главный «Спартак», который определенно испытывает игровой кризис, продолжил свою уже 4-матчевую безголевую серию сезона 2001 года. С другой стороны, было бы странно, если бы москвичи прервали ее в игре, которую судил арбитр по фамилии Сухина. Но если серьезно, то кризис спартаковского нападения – настоящая неожиданность. Яркая игра на Кубке Содружества Жафара Ирисметова, забитые там же мячи Маркао и Робсона, все говорило за то, что голевой потенциал чемпиона, по крайней мере, не снизится. На деле же получилось так, что спартаковские созидатели спасовали не только перед дисциплинированной оборонительной линией Баварии и отчаянными защитниками Арсенала, но и перед дебютантами саратовцев.